Друзья, всем привет! По поводу записи на интервью на туристическую визу в посольстве США в Москве. Если вы хотите сделать это через личный кабинет, через посольство, свободных дат нет. И в ближайшее время не будет. Если вы хотите использовать бот, то через бот можно зафиксировать время, начиная от 12 дней, бывает раньше, за 7 дней и до 5-6 недель. Это за дополнительную плату, это возможно. Что касается студенческой визы категории F, время свободно и на март, и на апрель. Можно спокойно выбирать и спокойно идти на интервью. А Владивосток открыт и для студенческой визы, и для туристической визы, без всяких ботов. Время есть и на март, и на апрель. В ближайшее время мы дадим нашим партнерам по визовым центрам информацию по Лаосу, по Вьетнаму, по Таиланду, по Индонезии, Джакарте и так далее. Подписывайтесь на наш Инстаграм, на наш YouTube-канал. Удачи вам, всем всего доброго, пока.